Shtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakaupataravyascha Kripa Sindhu Bayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion and we're on chapter number 22, which is entitled Further Qualities of Lord Krishna. Rupa Goswami is analyzing the different qualities of Lord Krishna. Итак, мы читаем «Нектар преданности», главу 22, которая называется «Продолжение описания качеств Кришны», где Рупа Госвами продолжает описывать и анализировать качества Кришны. And we have covered the first 50 qualities, which are found in, to some extent, they're found in ordinary people like ourselves, and they're even found in perfection, in personalities up to Lord Brahma. Итак, первые 50 качеств, которых мы прочитали, это те качества, которыми могут обладать в некоторой степени живые существа и даже высшие живые существа, которые имеют достаточно высокий уровень вплоть до Господа Брахмы. So now we're on quality number 52. So this quality would not be found in Lord Brahma, but it could be found in Lord Shiva, and certainly it will be there in Vishnu and also in Lord Krishna. И сейчас мы остановились на 52-м качестве. Этим качеством Господь Брахма уже не обладает. Но этим качеством, это качество присуще Господу Шиве также. Оно есть у Господа Вишну и у Господа Кришны. So, and then after 55, then 56 up to 60 is found in Lord Vishnu and Lord Krishna only. Из 56 по 60 качество, эти качества можно увидеть только в Господе Вишну и в Господе Кришне. And then there's final four qualities which are found only in Lord Krishna. И другие качества мы можем найти, остальные качества мы можем найти только в Господе Кришне. So by describing all of these different qualities, Rupa Goswami is revealing to us the wonderful nature of Lord Krishna. И раскрывая перед нами все эти качества, Рупа Госвами показывает нам все замечательные качества Господа Кришны. Okay, go ahead. Дорогие преданные, посмотрите, пожалуйста, у кого не выключен микрофон. Спасибо. 52-е качество – всеведущий. Всеведущим называют того, кто способен понимать чувства всех людей и знает, что происходит везде и в любое время. Прекрасным примером всеведения Господа является описанный в первой песне Шримад Бхагаватам 15.11 случай, связанный с посещением лесного жилища пандавов Дурвасы и Муни. По замыслу Дурьодханы, Дурваса, Муни и 10 тысяч его учеников должны были навестить пандавов в их лесном жилище. При этом Дурьодхана рассчитал так, чтобы Дурваса и его спутники застали пандавов врасплох после обеденное время, когда у них не будет достаточно еды, чтобы накормить стольких гостей. Зная о планах Дурьодханы, Кришна пришел к пандавам и спросил их жену Драупади, не осталось ли у них хоть немного пищи для него. Драупади принесла ему горшок, на дне которого оставалось немного овощей, и Кришна тут же все съел. В это время мудрецы, сопровождавшие Дурвасу, совершали омовение в реке. И когда Кришна почувствовал удовлетворение, съев то, что ему предложила Драупади, они тоже почувствовали удовлетворение, и их голод прошел.
Поскольку Дурваса и его спутники были не в состоянии ничего больше съесть, они отправились во свояси, даже не заходя к Пандавам. Так Пандавы были спасены от гнева Дурвасы. Дурьёдана послал Дурвасу и его спутников, рассчитывая на то, что Пандавы не смогут как следует принять такое количество гостей, и Дурваса непременно разгневается и проклянет их. Но всеведущий Кришна хитростью отвел от них беду. All right, so this is a pastime. First of all cognizant is described that any person who can understand the feelings of everyone else, they can understand everyone else's feelings, and they know the incidents which are going to take place, then that person is called all cognizant. И всеведущим называют того, кто способен понимать чувства всех людей и знает, что происходит везде и в любое время. So the example which is described is given in the first canto of the Srimad Bhagavatam in connection with Durvasa Muni and the Pandavas. И здесь приводится пример из первой песни Шримад Бхагаватам. Эта история связана с Дурвасой Муни и Пандавами. So the Pandavas were living in the forest in exile. They had lost the gambling match, and Duryodhana had arranged that when they lost everything, they had to go into exile and live in the forest for 12 years. И Пандавы жили в лесу. Они оказались там из-за Дурьёдана, из-за того, что они проиграли этот игру. Гости, которую устроил Дурьёдана, и в результате которой они потеряли все, и вследствие этого они должны были отправиться в ссылку на 12 лет в лес. So while they were living in the forest, then Duryodhana arranged that Durvasa Muni would go there. И когда они жили в лесу, Дурьёдана устроил все таким образом, чтобы туда отправился Дурваса Муни. And Durvasa Muni, he has 10,000 disciples, so when he goes anywhere, he comes with his disciples. У Дурвасы Муни было 10,000 учеников, и куда бы он ни пошел, ученики следовали за ним всегда. And Durvasa Muni is known, it's known that he can get angry very easily, and when he gets angry, then he curses people. И Дурваса Муни известен своим очень вспыльчивым характером, и если он разгневается, то он проклинает людей. If you can please him, it's very good. He can bless you. Но если вы сможете удовлетворить его, он это очень хорошо. Тогда он дарует вам свое благословение. Just like Srimati Radharani, she served Durvasa Muni very nicely, and he's very pleased with her. Как, например, Шримати Радхарани очень замечательным образом служила Дурваса Муни, и он был ей очень доволен. So Durvasa Muni blessed Shrimati Radharani that whatever she cooked would always be just like nectar. И поэтому Дурваса Муни даровал ей благословение, которое давало все, что она готовит, превращалось в нектар. So it's described in the Srimad Bhagavatam how one day Duryodhana told Durvasa Muni to go to visit the Pandavas, and he gave them the time to go. He told them time, and the time which he gave them was the time which would mean just after they had finished their food. И однажды здесь рассказывается о том, как однажды Дурьёдана попросил Дурвасу Муни отправиться в лес к Пандавам именно в то время, когда они только что закончили прием пищи. So Duryodhana's plan was that Durvasa Muni would go there with his disciples, and when great sage comes to visit the home of others, they should be received properly, they should be given food. И план Дурьёданы был таков, что Дурваса отправится туда со своими учениками, и по традиции, куда бы ни пришел святой человек, его следует накормить. Even today in India, they have a common saying
that if the sadhu, if the holy man is coming to your house, then you should feed him, give him some food, and then tell him to go. And then tell him to go? Yeah, yeah. Даже сегодня в Индии существует такая поговорка, что если саду приходит в ваш дом, то вы его должны сначала накормить, а уже потом попросить уйти. In other words, the sadhu comes to your home, you just give him some food, you don't want to listen to his preaching, you don't want him to preach to you because he might discourage you in your material life. И смысл пословицы в том, что когда саду приходит в ваш дом, вы должны накормить его, не следует его слушать, потому что он может как-то своей проповедью нарушить вашу материальную жизнь. Mm. So people, they would just give food to the person and then say, okay, now you go. И поэтому люди кормят саду, а потом говорят, ну, а теперь вам пройти. If he stays longer, then they may want money. They may ask you for, the sadhu may ask money from the person. So they just want to give him food and then get him out. И если он останется немного подольше, то он начнет просить у них денег, а они не хотят, чтобы так было, и поэтому они ему дают только пищу, а потом выпроваживают его. So Durvasa Muni came that morning to the camp of the Pandavas, and the Pandavas had just finished their meal. И таким образом Дурваса Муни направился в лагерь Пандавов в то время, как раз когда они только что закончили прием пищи. So Draupadi had a special pot which could feed as many people as she wanted. И у Драупади был особый такой горшок, благодаря которому она могла накормить столько людей, сколько она захочет. Didn't matter how many guests came, that from her one pot she would be able to feed them so long as she hadn't taken her food. И неважно, сколько гостей придет, она у нее была эта способность накормить с помощью этого горшка столько людей, сколько она захочет, до тех пор, пока она сама не поест. But after she had taken her food, then she couldn't feed anybody after that. Но как только она примет пищу, уже после этого она не сможет никого накормить. I think every woman would like to have a pot like that. Я думаю, каждая бы женщина хотела иметь такой же горшочек. Right? You can feed a lot of people, as many people as you want. Когда вы можете накормить столько много людей, какое количество вы хотите. But after you take your food, then you can't feed anymore. Ну, после того, как вы поели, вы уже не можете никого накормить. So on this day, Draupadi had served food to her husbands. Remember, she's married to the five Pandavas, so she had fed, given food to all the five Pandavas, and they're all taking their meal, and she'd also taken her food. И в тот день Драупади накормила своих мужей. Мы помним, что она была замужем за пятью Пандавами. Она накормила своих мужей и также уже поела сама. So then Durvasa Muni came with his 10,000 disciples, and they're coming to the Pandavas, so the Pandavas have to receive them, and they're expected to arrange food for them. И все, и Дурваса Муни со всеми своими учениками пришел Пандавы, и Пандавы должны были принять их и накормить. So when they came there to the Pandavas camp, the Pandavas welcomed them. And then they told them, oh, yes, very good. They said, please just go and take your bath first, and we will arrange your food. И когда все они пришли к Пандавам, Пандавы сказали, о, как замечательно, как хорошо, что вы пришли, но прежде вы сходите и примите омовение, а мы как раз все приготовим для того, чтобы накормить вас. So they went to take their bath, because you should take bath first. After taking bath, then you eat.
They've been walking, the sages are walking everywhere, so they have to go and clean their feet, wash, cool off their bodies. So they went to take their bath, and while they were taking the bath, then Pandavas were thinking how to get food for them. И саду они путешествуют, много путешествуют, и поэтому перед тем, как принять пищу, они должны омыть их стопы от пыли, сполоснуть свою одежду, и поэтому прежде всего они пошли принять омовение. В это время пандавы думали, как же накормить их всех. And so then, of course, they had, Draupadi had already taken her food, so they thought, how will we ever be able to feed them? И поскольку Драупади уже приняла свою приняла пищу, они думали, как же мы сможем вообще накормить их всех. So then they looked in the pot of Draupadi, and they saw there was a little bit, there was just a bit, some leafy vegetable was there, a little bit of a leafy vegetable stuck to the side of the pot. So they said, offer that to Krishna. И тогда они посмотрели на горшок, на дне которого оставалось совсем капелька овощей, и тогда они сказали, пожалуйста, предложи это Кришне. Actually, Krishna said to Draupadi, he said, just offer me that, give me that, whatever's remnants, whatever's there in your pot, whatever crumb, whatever little bit of leaf is there, you give that to me. На самом деле, это Кришна подсказал Драупади, пожалуйста, если там в горшке хоть что-то прилипло, хоть какой-то маленький кусочек, хоть что-то, хотя бы чуть-чуть, пожалуйста, дай это мне. So Draupadi offered that to Krishna with her love and devotion, and Krishna kindly accepted it. И таким образом Драупади предложила все эти, все, что осталось Кришне с любовью и преданностью, и Кришна милостиво принял это. And when Krishna accepted that little leaf from the pot, the final remnants of the pot, then Krishna belched. He went, indicating that now he's satisfied. И когда Кришна принял эти этот маленький кусочек, небольшие остатки, которые были на дне горшка, немного овощей, и тогда он из его уст вышла отрыжка. Это значит, что он был удовлетворен. Yeah, it said when somebody belches, that indicates that they're satisfied, they've eaten sufficiently. You should stop eating. Если у кого-то исходит отрыжка, это значит, что человек уже удовлетворен пищей. Он наелся. So when Krishna belched, because Krishna is the super soul in the heart of every living entity. So Krishna was satisfied, so Durvasa and all of his 10,000 disciples, they also were satisfied. И когда из уст Кришны зашла отрыжка, это значит, что он был удовлетворен. И в это время все ученики Дурвасы, все саду почувствовали, что они тоже наелись. So when they were taking their bath and they felt so satisfied, they thought, we'll never be able to eat anything. If Pandavas give us food, we won't be able to eat it. It won't be very nice. And все мудрецы, они, стоя в воде и принимая омовение, почувствовав вот этот вот, вот это насыщение, они подумали, если мы сейчас пойдем к пандавам, они накормят нас, а мы не сможем съесть даже капли, и это уже будет не очень хорошо. So they thought, we can't go back to the Pandavas. We'll just leave here. We'll just go some other place. И они подумали, мы не можем пойти к пандавам, мы лучше покинем это место. So in this way, the Pandavas were saved from the curse of Durvasa. Таким образом, пандавы были спасены от проклятия Дурвасы. And this was all due to Krishna's all cognizant quality. И это все благодаря тому, что Кришна всеведущий. He saved the Pandavas from any disaster. Кришна спасал пандавов от любой катастрофы.
So, and it also shows us, even if you offer whatever small thing you have to Krishna, if you offer it with pure love and devotion, Krishna can be satisfied. И этим самым Кришна показал нам, что если у вас есть даже небольшая, какой-то небольшой кусочек пищи, если вы предложите его Кришне с любовью и преданностью, то он будет этим удовлетворен. And it shows also how much Krishna cares and wants to protect his devotees. И эта история говорит нам о том, насколько Кришна заботится о нас и хочет защитить всех преданных. Okay, go ahead. Следующее качество, 53-е, вечно обновляющееся. Миллионы преданных постоянно помнят о Кришне и повторяют его имя, но никогда не присыщаются этим. У них не только не пропадает интерес к размышлениям о Кришне и повторению его святого имени, но все время появляются новые стимулы, чтобы продолжать делать это. Следовательно, Кришна вечно обновляющийся. И не только сам Кришна, но и знания, данные им. Бхагавадгиту, поведанную 5000 лет назад, вновь и вновь перечитывают миллионы людей, всякий раз обнаруживая в ней новое. Таким образом, Кришна, его имя, слава, качество, словом, все связанное с ним, никогда не увядает. Okay, so the quality number 53 is ever fresh. And we're hearing about how Krishna's name, holy name, is ever fresh. И 53-е качество — это вечно обновляющееся. И мы как раз прочитали о том, что имя Кришны является вечно обновляющимся. His holy name is chanted by the devotees all over the creation, and the devotees feel bliss by chanting his holy name. И преданные повторяют во всем творении, преданные повторяют имя Кришны, и при этом они чувствуют блаженство. And devotees never feel that they've chanted the holy name enough. The more they chant, the more they want to chant. И преданные никогда не чувствуют просвещения в воспевании святого имени. Чем больше они повторяют, тем больше они хотят воспевать его имя. And the devotees never lose their interest in chanting the holy name. But the more they chant, the more they're inspired to continue chanting more and more. И преданные никогда не теряют интереса к повторению святого имени, но чем больше они читают, тем больше они воодушевляются к тому, чтобы читать его больше, повторять святое имя все больше и больше. So it shows the holy name of Krishna is not material, it's purely spiritual, and it's full of spiritual energy. И это говорит нам о том, что имя Кришны не материально, оно духовно и наполнено духовной энергией. In the material world, objects they can be dry. After some time, they'll become dry, no taste anymore. But the holy name of Krishna is always transcendental. It's always ever fresh. И в материальном мире объекты со временем они иссыхаются, они уже теряют свой вкус, но святое имя Кришны, оно всегда, всегда обновляющееся, всегда свежее. Krishna, in the material world, you get something maybe fresh today, but after a few days it's not fresh anymore, it's become old and stale. But Krishna is never like that. Krishna is always full of bliss. И в материальном мире вы можете, в материальном мире сегодня может быть что-то свежим, а через несколько дней этот предмет уже теряет свою свежесть. Но имя Кришны, оно вечно, вечно свежо, вечно обновленное, и оно полно блаженства. The holy name of Krishna is not different from Krishna himself. Святое имя Кришны не отлично от него самого. Right? There's a nice verse. It says, "Nam Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukto Binat Nam Nama Namino." And that the holy name of Krishna is described to be Chintamani, that it fulfills all of our desires. И говорится, что святое имя Кришны подобно Чинтамани, оно исполняет все наши желания.
Chintamani is a wish-fulfilling touchstone. Will fulfill all of our spiritual desires. И Чинтамани — это камень, исполняющий все наши духовные желания. And it's described to be Chaitanya Rasa Vigraha, that it's a form of rasa, full of transcendental pleasure in the relations with the devotee. И описывается, что в отношениях с преданными, возникает читание раса виграха, раса, наполненная преданностью. Пурнашидо нитья-мукто. Нитья-мукто means it's eternally liberated. Нитья-мукто значит вечно освобожденный. Бинат-нам нама-намано, not different from Krishna himself. Не отлично от Кришны. So the holy name of Krishna is ever fresh, and of course we say, well, I don't feel pleasure when I'm, that's because we're not chanting the pure name, but when you chant the pure name, then you will feel the bliss. И таким образом имя Кришны, оно вечно обновляющееся, но вы можете сказать, что когда я повторяю имя Кришны, оно, я не чувствую этого блаженства, а это происходит потому, что мы повторяем нечисто. Когда вы будете повторять святое имя чисто, вы почувствуете это блаженство. Qualities in chanting the holy name. We have to chant the pure name to experience the pleasure. То есть нужны качества для воспевания святого имени, и мы должны повторять святое имя чисто, чтобы получить опыт блаженства. So then Srila Prabhupada tells us that not only is Krishna's name ever fresh, but Krishna's knowledge is also ever fresh. И Шрила Прабхупада говорит, что не только святое имя Кришны вечно обновляющееся, но таковым является также и знание Кришны. And 5,000 years ago, Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, and the Bhagavad Gita still remembered and taught today. И 5,000 лет назад Кришна произнес Бхагавад-гиту, и Бхагавад-гиту помнит даже сегодня. And we see Bhagavad Gita has been translated into many, many all the languages of the world, so people all around the world can get to read the Bhagavad Gita. И мы видим, что Бхагавад Гита переведена на все языки мира. Таким образом, многие люди могут ее прочитать. And the nature of that Bhagavad Gita is, the more we read it, the more we get knowledge, and the more is revealed to us through the Bhagavad Gita. И природа Бхагавад Гиты такова, что чем больше мы ее читаем, тем больше мы получаем знания, и тем больше нам открывается. So we can never think that I've understood everything in the Bhagavad Gita. We're only touching the surface. There's so much more. И мы никогда не можем сказать, что я знаю Бхагавад Гиту. Читая ее, мы лишь прикасаемся к поверхности, мы не знаем. Там в глубине находится еще больше знаний. So everything about Krishna is ever fresh. His name, his form, his qualities, his pastimes, they're all ever fresh. Таким образом, все, что касается Кришны, оно вечно обновляется. Его имя, качество, форма, игры. Go ahead. Все царицы Двараки были богинями удачи. В первой песне Шримад-Бхагаватам 11.33 говорится, что богини удачи очень переменчивы и непостоянны, так что никто не в силах удержать их. Удача рано или поздно изменяет человеку. И тем не менее, живя с Кришной в Двараке, они не в силах были расстаться с ним даже на мгновение. Это значит, что привлекательность Кришны никогда не увядает. Даже богини удачи не в силах покинуть его общество. So, Krishna's consorts in Dwarka, his queens in Dwarka. Lord Krishna had many queens. He had actually 16,108 queens in Dwarka. And all these queens are expansions of the goddess of fortune, Lakshmi. И у Кришны было 16,108 жен, все они жили в Двараке, и все они были богинями удачи.
So one of the names of Lakshmi is Chanchala, and Chanchala means restless. И одно из имен богини удачи Чанчала, и оно обозначает, что она изменчива. Means she, Lakshmi, does not like to stay in one place. Это значит, что Лакшми, она не любит оставаться в одном месте. We experience this when we get money. Whenever we're given some money, money is also Lakshmi, and we see it's very difficult to keep money. И у нас есть и уже такой опыт. Например, деньги. Деньги — это также Лакшми. И когда мы получаем деньги, нам их очень сложно удержать. When we get money, we should be careful to use it in the service of Krishna. И когда мы получаем деньги, мы должны очень аккуратно их использовать, содействуя в служении Кришне. Because Lakshmi actually belongs to Krishna. She's a consort of Lord Krishna. И на самом деле Лакшми, она принадлежит Кришне, она супруга Кришны. And if we don't use the Lakshmi for the service of Krishna, it will be used for some other things. И если мы не задействуем Лакшми в служении Кришне, то тогда мы используем их для каких-то других вещей. You have to spend the money on, you end up spending the money on doctors for medical treatment, or you spend it on legal fees and going to court and so many things you have to spend the money on. И вы тратите свои деньги на врачей, чтобы исцелить свои болезни. Вы тратите деньги на суды, чтобы решить какие-то вопросы и так далее, и так далее. Somewhere other, the Lakshmi will find its way to move to leave you. И таким образом, так или иначе, Лакшми уходит от вас. But she never leaves Lord Krishna. Но она никогда не покидает Господа Кришну. She's always with, she has a permanent place on the chest of Lord Krishna. И она всегда постоянно находится на груди Господа Кришны. So when Lord Krishna was staying in Dwarka, the goddesses of fortune, his queens, were always very, very faithful and very attached to him. И когда Господь Кришна жил в Двараке, все его царицы, они были к нему очень привязаны. And they could never leave his company even for a moment. И они не могли расстаться с ним даже на мгновение. Go ahead. О постоянно обновляющейся привлекательности Кришны рассказывается в Лалита-мадаве, где Радхарани сравнивает Кришну с величайшим скульптором, так как никто лучше него не способен раскалывать женское целомудрие резцом своей красоты. Иначе говоря, как бы целомудренные женщины не пытались хранить верность своим мужьям, строго следуя всем правилам и регулирующим принципам вед, Кришна способен расколоть камень их целомудрия резцом своей красоты. Большинство подруг Кришны были замужем, но поскольку Кришна дружил с ними еще до их замужества, они не могли забыть его притягательные черты, не потерявшие над ними власти, даже после того, как они вышли замуж. So another aspect of Krishna being ever fresh is in relation to his attractive features. Другой аспект вечно обновленного Кришны связан с его привлекательной внешностью. Krishna is very attractive, and that attraction of Krishna is described in the different books which are written about Krishna's pastimes. И Кришна очень привлекателен, и эта его красота описана в различных книгах, которые описывают игры Кришны. So there's a statement, there's a book called the Lalita Madhava, which is a drama written by one of the Goswamis, written by Rupa Goswami, and he wrote about the pastimes of Krishna with the gopis like Radharani. И есть такая книга Лалита Мадхава, это драма, которая была написана Рупой Госвами, описывающая игры Кришны и Гопи. So in that book it describes, there's a statement by Radharani, and she's talking about Krishna, how she says Krishna
is compared to a sculpture, a sculptor, that he can chisel. Sculptor can chisel and make some nice figure, some beautiful form. И в этой книге Радхарани сравнивает Кришну со скульптором, тем, кто способен своять замечательную фигуру. So Krishna is very expert at he's an expert sculptor in the sense that he chisels at the chastity of women. И Кришна это величайший скульптор, который способен раскалывать женское целомудрие. So women, you know, one of the important qualities of women is their chastity. They like, you know, if a woman is very chaste, then it's very good quality for her. И целомудрие является самым замечательным качеством женщины, и если она целомудрена, то это очень хорошо для нее. Chastity in the sense that they will be faithful to their husbands, or they won't be looking at men. They will be very reserved, and they will not associate or mix with men, except for their own husband. И целомудрие означает, что женщина, она думает только о своем муже и не глядит на других мужчин, и она очень сдержана и сохраняет свою чистоту. So Krishna had many devotee ladies, the gopis, for example, in Vrindavan, were all very great devotees, and they were very attached to Lord Krishna. И гопи во Вриндаване, они были величайшими преданными, и все они были привязаны к Кришне. And they had grown up as little girls there, and they were always seeing Lord Krishna, and they were naturally attracted to Lord Krishna. И когда они были маленькими девочками, когда они росли вместе с ним, они естественным образом притягивались к Господу Кришне, они были привлечены им. And they were still young girls at the time, and Lord Krishna was associating with them and mixing with them. И они все еще были молодыми девушками, когда Господь Кришна общался с ними. So later on, these girls were all married. All the gopis, they, you know, they get the ladies, get the young girls married. И спустя какое-то время все эти гопи, они вышли замуж. So although the girls were married, still they were attracted to Krishna, because Krishna had been like their first lover, or when they were very young, they had always been attached to Krishna. И несмотря на то, что они уже были замужем, тем не менее, Кришна очень привлекал их, поскольку он был их первой любовью. And they couldn't forget Krishna, because he was so attractive, he was so appealing to them. Everything about his features was very pleasing to these young girls. И они, Кришна имел очень привлекательные черты, которые притягивали гопи, и таким образом они не могли оставить свои чувства. So it appears like these gopis were, they lost their chastity, they were not faithful to their husbands. И казалось, что эти гопи, они потеряли свое целомудрие, они были неверны своим мужьям. And in the Vedic culture, if a woman is not faithful to her husband, then it's very disgraceful for her. She becomes like a prostitute. И в ведической культуре, если женщина неверна своему мужу, это очень дискредитирует ее, она считалась просто женщиной легкого поведения. But we should understand in the case of Krishna and the gopis that this is a transcendental pastime. Но мы должны понимать, что в случае Кришны и гопи это трансцендентное дело. The gopis actually they're faithful to their husbands, but they're also great devotees of Krishna. На самом деле гопи были верны своим мужьям, но в то же самое время они были великими преданными Кришне. And that attraction which they have for Lord Krishna is pure transcendental love. And
то притяжение, которое не испытывали Кришне, там была чистая трансцендентная любовь. It's not like the lust of the material world, where people are all interested to satisfy their own senses. Это не то вожделение, которое присутствует в материальном мире, где люди только заинтересованы только в том, чтобы удовлетворить свои чувства. But rather, the mood of the gopis is to give pleasure to Krishna, because they know Krishna is the Supreme Lord. Но умонастроение гопи заключается в том, чтобы удовлетворить Кришну, поскольку он Верховный Господь. And so the goal of life is to give pleasure to the Supreme Lord. Your life is successful if you are able to please Krishna. И целью жизни является удовлетворение Кришны. И если вы это сделаете, то ваша жизнь тогда увенчается успехом. So the gopis, they didn't care about their own happiness, they only cared about Krishna. И гопи не задумывались о своем собственном счастье, они всегда заботились о счастье Кришны. We see that in the example of the Shikshastikam. In the final verse of the Shikshastikam, Lord Chaitanya is praying in the mood of Srimati Radharani. И мы видим это из последнего стиха Шикшаштаки, где Господь возносит молитву в настроении Шримати Радхарани. She says, even you handle me roughly by your embrace, or make me broken-hearted by not being present before me, but still you are my worshipful Lord unconditionally. И в последнем стихе Шикшаштаки говорится, даже если ты грубо обнимешь меня, даже если ты разобьешь мое сердце и не появишься передо мной, ты волен поступать, как ты пожелаешь, ибо навсегда и независимо ни от чего ты останешься для меня Господом, которому я поклоняюсь. So the mood of the gopis is that if our being unhappy makes Krishna happy, that is our happiness. То есть умонастроение гопи таково, что если наше несчастье сделает Кришну счастливым, то в этом наше счастье. So women like to be chaste, they wanted to keep their chastity, but the gopis sacrificed their chastity for the pleasure of Krishna. И женщины всех тех всегда хотят быть целомудренными и сохранять свою чистоту, но гопи пожертвовали своей целомудренностью ради счастья Кришны. Chastity is a quality of the material world, but giving pleasure to Krishna is for the spiritual world. И целомудрие — это качество материального мира, а доставлять удовольствие Кришне — это то, что существует в духовном мире. So the gopis, they were all actually not in the material world, they're actually from the spiritual world. И гопи на самом деле, они не были в материальном мире, все они были из духовного мира. Okay, we'll go on to 54. Satchit Ananda Vigraha. Итак, мы переходим к 54-му качеству – Сачитананда Виграха. Трансцендентное тело Кришны вечно исполнено знания и блаженства. Сат означает «существующий вечно» во все времена и во всех местах. Иными словами, всепроникающий во времени и пространстве. Чит означает «исполненный знания». Кришне не нужно ни от кого получать знания, он полностью автономен в своем знании. Ананда означает «вместилище всех наслаждений». Имперсоналисты стремятся к слиянию с сиянием Брахмана, сиянием вечности и знания. Но при этом они лишаются большей части абсолютного блаженства, которое сосредоточено в Кришне. Трансцендентное блаженство погружения в сияние Брахмана приходит к человеку, когда он избавляется от влияния материальной иллюзии, ложного самоотождествления с телом, привязанности, отрешенности и сосредоточенности на материи. Это качество, которое необходимо обрести, чтобы осознать Брахмана. В Бхагавад-гите говорится, что такой человек исполняется радости. Строго говоря, при этом имеется в виду не радость как таковая, а скорее ощущение свободы от беспокойств. Отсутствие беспокойств может быть и необходимо для того, чтобы почувствовать радость, но еще не является радостью как таковой. Те, кто осознал себя, то есть стал Брахма-буддой, только готовятся к тому, чтобы ощутить радость.
Подлинную радость может испытать только тот, кто непосредственно соприкасается с Кришной. Сознание Кришны настолько всеобъемлюще, что включает в себя и трансцендентное наслаждение, которое приносит осознание Брахмана. Личностный образ Кришны Шьяма Сундара привлекает даже имперсоналистов. Okay, so Satchit Ananda Vigraha means the form of eternal bliss and knowledge. И Satchit Ananda Vigraha обозначает форму, исполненную вечного знания и блаженства. So Krishna's form is his body is transcendental, so it's eternally full of bliss and knowledge. И вечная форма Кришны, она наполнена блаженством и знанием. Just like the word sat, sat means it's eternal, it's for all time existing, all forever. Сат означает существующий вечно во все времена и во всех местах. Not only forever, but in, it's existing in all places. It's everywhere. То есть не только во все времена, не только всегда, но и повсюду, во всех местах. It's everywhere in time and in space. Повсюду во времени и пространстве. And then chit means full of knowledge. Krishna knows everything. И чит означает исполненный знанием. Кришна знает все. Krishna doesn't need to learn from anyone. He knows, he teaches everyone. И Кришне не нужно учиться у кого-то. Он сам может научить всех. And we see Krishna speaking the Bhagavad Gita for the benefit of the whole world. И мы видим, что Кришна прочел Бхагавад-гиту, рассказал Бхагавад-гиту для блага всего мира. So Krishna is the reservoir of all knowledge. Таким образом, Кришна — это резервуар всего знания. But not only is he the reservoir of knowledge, he's also the reservoir of all transcendental pleasure. И он не только источник всего знания, но также он источник всего блаженства. Everyone wants to enjoy. We all want pleasure. That's the nature of the soul. Would you repeat it, please, Guru Maharaj? Everyone wants pleasure. It's the nature of the soul to want to enjoy. И все мы хотим удовольствия. Такова природа души, желание наслаждаться. So those people who are impersonalists, they desire to want, they want to merge into the Brahman effulgence. Имперсоналисты хотят слияния с Брахманом, с сиянием. They want to enter into that light, and they think ultimately the absolute truth is the Brahman. И они хотят слиться с этим светом, они думают, что в конечном итоге это Брахман. Это жизнь, это Брахман. And they think when Krishna comes into this world that Lord Krishna comes from the Brahman. И они думают, что когда Кришна приходит в этот мир, он приходит из Брахмана. And they think ultimately the Brahman is the supreme. И таким образом они думают, что в конечном счете верховным является Брахман. But in the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Brahmano hi pratistaham. Krishna says, I am the basis of the Brahman. Но в Бхагавад-гите Господь говорит, что я основа Брахмана. But these people, they're thinking Brahman is the basis of Krishna. Но эти люди думают, что Брахман является основой Кришны. Mm-hmm. So Brahman is just simply the effulgence which comes from the body of Krishna. На самом деле Брахман — это просто сияние, которое исходит из тела Кришны. So the impersonalists, their ultimate realization, they're thinking the goal of life is to merge into the Brahman. И таким образом реализация имперсоналистов является то, что конечная цель жизни, это слияние с Брахманом. So they when they merge into the Brahman, then they experience the eternity and they experience the knowledge.
И когда они сливаются с Браманом, они получают опыт вечности и знания. So they experience the sat and the chit, but they don't experience any the ananda. Таким образом, они получают опыт сат и чит, но у них нет опыта ананды. They get some tiny pleasure from merging into the Brahman because there's no material miseries anymore. So there's no suffering, but they don't experience the transcendental pleasure. То есть, сливаясь с Браманом, они получают ничтожное удовлетворение от того, что там нет каких-то материальных страданий и проблем, но при этом они все-таки не испытывают блаженства. So that transcendental pleasure, that ananda, that is not experienced by the impersonalists, but the devotees, they experience that. И это трансцендентное счастье, ананда, не может испытывать имперсоналист, но его испытывают преданные. To get that impersonal liberation, the impersonalists have to work very, very hard. It's very difficult. И чтобы получить это имперсональное, это освобождение, имперсоналист должен трудиться, очень тяжело трудиться, это очень сложно. They have to get free from the contamination of material energy. И они должны освободиться от обусловленности, которая налагает на них материальная энергия. They have to give up all the illusion of the material world and identifying with the material world. И они должны отбросить всю иллюзию материального мира и отождествление себя с ним. And they have to give up all their attachments. Они должны отбросить все свои привязанности. And they shouldn't become too much detached also. Они также не должны быть слишком отречены. They shouldn't be absorbed in the material world. Они не должны быть поглощены материальным миром. So there are many qualifications just to realize the Brahman. То есть необходима очень высокая квалификация, чтобы осознать Браман. So it's very difficult to achieve it. It takes a long time to acquire all these qualifications. Таким образом, это очень сложно и требует очень много времени, чтобы обрести все эти квалификации. In the Bhagavad Gita, Krishna says, after many births, then one who is actually in knowledge, he will surrender to me. Such a soul is very rare. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что спустя миллионы жизней душа обретает знания, дарующие ей возможность прийти ко мне, и такая душа, она очень редко встречается. So, if they simply only understand the Brahman, then they experience, they become happy, they become joyful to some extent. They don't experience the ananda of devotional service, but they do experience some pleasure. И таким образом, они достигают брахмана, испытывают какое-то удовольствие, но они не получают опыта ананды. In the Bhagavad Gita, in the 18th chapter, Lord Krishna describes coming to the platform of Brahman. И в 18 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна описывает, когда мы выходим на уровень, когда человек выходит на уровень Брахмана. So Lord Krishna describes there that Brahma Bhuta Prasanatma, that one who has come to the platform of Brahman, he is a joyful soul. И он говорит, Брахма Бхута Прасанатма, тот, кто выходит на уровень Брахмана, это радостная душа. So Прасанатма. Атма means the soul, and Прасана means happy. He's happy, peaceful, satisfied, joyful. И Прасанатма, Атма значит душа, а Прасана значит умиротворенный, радостный, удовлетворенный, счастливый. But this happiness is insignificant. It's a tiny drop of happiness compared to the happiness of devotional service.
Но это счастье является лишь ничтожной каплей того счастья, которое можно получить в преданном служении. This happiness, which the impersonalist is experiencing, is just due to the fact that there is no more material suffering, no more anxiety. И это счастье, которое испытывают имперсоналисты, от того, что у них больше нет материальных страданий и нет беспокойств. But this is not the ultimate happiness which is experienced. Но это не конечное счастье, которое можно обрести. So you come to the Brahman platform, you know you're not the body. You understand I'm a soul, I'm not the body, but you're not aware of the super soul, you're not aware of your relationship with Krishna. И когда вы выходите на уровень Брахмана, вы понимаете, что вы не тело, а вы душа, но вы не осознаете сферу души, вы не понимаете Кришну. To experience real pleasure, one has to come in contact with Krishna. И чтобы обрести опыт истинного удовлетворения, истинного счастья, человек должен войти в контакт с Кришной. So, there's some pleasure in being an impersonalist, there is some pleasure there, but there's much more pleasure in being a devotee. Да, есть какое-то счастье и удовольствие в том, чтобы быть имперсоналистом, но еще больше счастья человек испытывает, если он является преданным. And we see that impersonalists, they also become attracted to Krishna's personal form. И мы можем увидеть, что имперсоналисты также привлекаются личностной формой Кришны. The examples are the four Kumaras. They went to the spiritual world, they were impersonalists, they were fixed on the platform of Brahman. But when they saw the Supreme Lord, then they became attracted. Мы знаем пример четырех кумаров, которые были имперсоналистами, они пришли в духовный мир, и когда они увидели Кришну, он привлек их. And another example is Sukadeva Goswami. He was also fixed on the platform of Brahman. But he became attracted to Krishna consciousness. He took up devotional service. И другой пример — это Шукадева Госвами. Он также находился на уровне Брахмана, но имперсонализма. Но когда он увидел Хисо Кришна, но когда он увидел Кришну, он был очень привлечен, и он стал преданным. Well, he heard about Krishna from the Srimad Bhagavatam. Но когда он услышал о Кришне из Шримад Бхагаватам, образ Кришны его очень привлек, он стал преданным. And this way he gave up his impersonalism. He didn't give it up, but he expanded his realization of the absolute truth by becoming a great devotee. И таким образом он расширил свой опыт понимания абсолютной истины, став великим преданным. So impersonalism is one aspect of Krishna, but it's only one part of Krishna, it's not complete. И имперсонализм — это лишь очень маленькая часть, но это не все. Маленькая часть Кришны, но это не все, это лишь его составляющая. We give the example about the somebody may see the sunlight. So the sunlight is some realization of the sun. But still there's a sun planet, and within the sun planet there's a sun god. И приводится такой пример, что солнечный свет — это проявление самого солнца, но все-таки за этим светом существует еще и планета, а на планете солнце существует Бог Солнца. We cannot think that because we've experienced the sunlight that we know everything about the sun. Мы не можем говорить о том, что если у нас опыт созерцания солнечного света, мы знаем все о солнце. Mm-hmm. So we want to understand fully the nature of the absolute truth. То есть таким образом мы хотим полностью понять природу абсолютной истины. So the absolute truth is understood in three phases. There's the Praman, there's the Paramatma, and there's Bhagavan. И абсолютная истина, она понимается в трех аспектах: Браман, Параматма и Бхагаван.
So one who knows Bhagavan, he will experience the full bliss. И тот, кто знает Бхагавана, он испытывает полное блаженство. Okay, so we will stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. There are some questions in the chat. Okay. Йона Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махараджи, все преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны со слова Шри Прабхупаде. Если Кришна вечно обновляется, как же тогда может возникнуть рутина в преданном служении? Преданные иногда говорят, что они в сознании Кришны уже 10 и 20 лет, а их преданность все на том же уровне, и они не чувствуют, что что-то меняется к лучшему. Спасибо. Complacencies, Krishna is always fresh, then how can that be that, how can that there be a routine in devotional service? Devotees sometimes said that they have been in Krishna consciousness for 10 years and for 10 or 20 years, and their devotion still is still at the same level, and they don't feel that anything is changing for the better. Then they must be doing something wrong. Тогда, возможно, они делают что-то не так. They're not following very strictly. Они не строго следуют. They're not fully devoting themselves. Они не полностью вовлекают себя в преданное служение. But still, whatever they do, there's no loss. They do something. They're not losing, but their progress will be limited according to how much they surrender. Но тем не менее они делают хоть что-то, и таким образом они ничего не теряют, но их прогресс будет очень ограничен и будет зависеть от того, насколько они предаются. Because they keep themselves they want still have desire to enjoy the material world. They still have a lot of attachments in the material world. They don't want to really fully take shelter of Krishna. И у них все еще остается очень много материальных желаний, и они на самом деле не слишком-то хотят принимать прибежище у Кришны. But as you said, they're following for many years, so they're still chanting, they're still coming to temple, they still experience some taste there. И, как вы сказали, они практикуют многие годы, то есть они продолжают повторять, значит, они испытывают в этом какой-то вкус. They may feel they're still on the same level, that they haven't progressed. That might just be their humility. They may not realize how much they've progressed. И если они говорят, что они остались на том же самом уровне, у них нет никакого прогресса, на самом деле это может быть их смирение. Они не осознают, насколько они на самом деле спрогрессировали. Sometimes devotees don't realize how much they've changed. They're not aware of how much they've advanced. Иногда преданные не осознают, насколько они изменились и насколько они выросли, насколько они продвинулись. Prabhupada gives the example. He said, just like an airplane, you may go in the airplane. One minute the airplane's on the ground, next minute the airplane's way up, thousands of feet in the air. You didn't notice any big change, but you've changed. И Шрила Прабхупада приводил пример с самолетом. То есть в одну минуту самолет находится на земле, а через какое-то время он уже находится в небе, и когда вы находитесь внутри самолета, вы не чувствуете особой разницы. So in the same way, people don't notice how much they're advancing, how much they've actually developed a change from their material life before they became devotees. И таким же образом люди не осознают, насколько они продвинулись, насколько они изменились по сравнению с тем, когда они были погружены в материальную жизнь до того, как они стали преданными. Okay.
Next question. Yeah. Следующий вопрос Елена Дмитриевна. Харе Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот 4 вопроса, и могу не сразу, по очереди. Если Кришна всеведущий и знает, что происходит, как начинающему преданному узнать, чего же хочет Кришна от меня? Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. I have 4 questions. The first one is, if Krishna is knows everything, what is going on, how may just a new devotee, neophyte, know what Krishna wants from him? How does a neophyte know what Krishna wants from him? Yeah. You have to be guided by the spiritual teacher. Вами должен руководить духовный учитель. You have to be guided by senior devotees, by the devotees who are around you. They're working for Krishna and they can help you, they can direct you in Krishna's service. А вас должны наставлять старшие преданные, которые находятся которые окружают вас, и они занимают вас в преданном служении. Do whatever is necessary. Whatever is necessary. Sometimes people may ask you to make flower garlands. Sometimes people may ask you to go for sankirtan. Sometimes people may ask you to help to cook or to clean. Просто делайте то, что требуется, то, что необходимо. Например, иногда вас могут попросить сделать гирлянду или пойти на санкиртану, либо приготовить что-то. So devotional service is absolute. Whatever you do is pleasing to Krishna. You do it for Krishna, that's pleasing to Krishna. И преданное служение, оно абсолютно, если вы делаете это для Кришны, то вы удовлетворяете Кришну. Krishna doesn't make any distinction between who's sweeping the floor and who's offering the aarti. He sees everyone on the same level. И Кришна не делает различий между теми, кто моет пол, и теми, кто проводит аарти. Для него все находятся на одном уровне. Yeah. So you simply... We're neophyte devotees, so we don't know much about what to do, so we just do whatever people ask us to do. И если мы преданы неофиты, то и не знаем, что делать, то мы делаем просто то, о чем нас просят окружающие. And someone asks you to do devotional service, it's very nice, you should feel grateful and very fortunate. Если кто-то вас просит заняться преданным служением, то вы должны чувствовать большую благодарность и чувствовать то, что вы очень удачливы. You should think this person is my real friend. Вы должны думать, о, вот этот человек мой настоящий друг. Mm-hmm. Okay. Следующий вопрос, Матыша. Так. У всех разное желание служить. Кто-то хочет больше служить, кто-то меньше. От чего зависит и от чего возрастает желание служить? The second question is, everyone has different desire to serve. Someone wants to serve more, someone wants to serve less. What determines and what increases the desire to serve? What increases the desire to serve? Yeah. Well, you have to have the your desire. Where does your desire come from? Откуда исходит ваше желание? Everyone has a particular nature. We have interests in different things. What do we want to do? What do you like to do? Everyone has their own particular nature and interest. So we have our own different desires based on these things. И у всех у нас своя природа, свои интересы. Нам нравится делать то или это, и поэтому таким образом нам интересно заниматься чем-то определенным. Desire.
we want to desire, of course, the intelligent people will simply desire for the service of Krishna. Разумные люди просто хотят служения Кришне. Whether you have all material desires or no material desires or desire for liberation, then still you should want to do it all fully for Krishna. Если у вас есть какие-то материальные желания, либо у вас нет материальных желаний, либо у вас есть желание освобождения, вы все это делаете ради Кришны. In the Srimad Bhagavatam, in the second canto, Sukadeva Goswami is describing the process of devotional service. Во второй песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами описывает процесс преданного служения. So Maharaj Parikshit then says, well, what if somebody has material desires? И Махарадж Парикшит спрашивает, а что если у человека есть материальные желания? Of course, we still have some material desires. Конечно же, у нас есть еще какие-то материальные желания. I'm sure you have desires. You know, you're a young woman. You're definitely not going to be without desires. И я уверен, что у вас, как у молодой женщины, есть какие-то материальные желания. So then Sukadeva Goswami describes, well, he said you can worship different demigods, and he talks about, you know, you can worship Uma, and she, you know, you desire to have a nice, peaceful, married life with a good husband and get along, then you worship Uma, the wife of Lord Shiva. И Шукадева Госвами говорит, вы можете, чтобы удовлетворить свои желания, вы можете поклоняться полубогам, например, вы можете поклоняться Уме, жене Господи Шиве, чтобы обрести спокойный и счастливый брак. And you want to be, maybe you want to be a king, you can worship Manu. Если вы хотите быть царем, например, то вы можете поклоняться Ману. No, and you want to have a long life, you can worship the Ashwini Kumaras. Если вы хотите иметь долгую жизнь, то вы должны поклоняться Ашвини Кумару. But he said, all of these, there's many, many demigods, and you can worship them, but this is all for the less intelligent people. И существует множество полубогов, но все это поклонение им, это для неразумных людей. And if somebody is without desire, they should worship the Supreme Lord. Но те, у кого нет желания, они должны поклоняться Верховному Господу. But then Sukadeva Goswami said, even if you have all material desires, or no material desires, or you desire liberation, whatever position, still you should worship the Supreme Lord. Но Шукадева Госвами говорит, что если у вас есть все материальные желания, либо у вас нет материальных желаний, либо вы желаете освобождения, чего бы вы ни хотели, вы должны поклоняться Верховному Господу. But that is actually intelligent person. И таков на самом деле разумный человек. So the main thing, you know, you simply desire to be engaged in Krishna's service. И вы хотите лишь быть занятым преданным служением. We cannot stop desire, but we can purify desire. Мы не можем прекратить желать, но мы можем очистить наше желание. So try to desire to keep the association of devotees. И сохраняйте желание общаться с преданными. Desire that you can follow the instructions of, or follow the basic principles of devotional service. Желание следовать основополагающим принципам преданного служения. That you can keep yourself away from the material life, the path of sense gratification. Gross, с тем, чтобы держаться подальше от материальной жизни, удовлетворения чувств. Pray to Krishna to keep you away from Maya.
Молитесь Кришне о том, чтобы он держал вас подальше от майи. So how to develop these desires? You have to, we have to have nice association, will help. И как развить такие желания? Хорошее общение поможет в этом. And experience also teaches us the nature of the material world. И также опыт учит нас, нас учит природу материального мира. So we should be fearful of the material way of life. Мы должны испытывать страх перед материальной жизнью. Does that answer the question, Elena? Я ответила на ваш вопрос, Елена. Да, Гуру Махарадж, да, конечно. Yes, thank you. Следующий вопрос. Did Elena go for Sankirtan? Did she go for Sankirtan last week? Вы ходили на Санкиртану, Махарадж спрашивает, на прошлой неделе? Да, мы ходили на Санкиртану, Матаджи, распространили 15 книг по вашему благословению. Yes, due to your to your blessings, we just went to Sankirtana and distributed 15 books. Oh, wonderful. Замечательно. Very good. Сегодня еще пойдем. Today we are going to Sankirtana too. Oh, very good. Очень хорошо. We're coming up to the day in which Krishna spoke the Bhagavad Gita. Итак, мы приближается день, когда Кришна рассказал Бхагавад-гиту. The next Ekadasi. When is Ekadasi? Когда у вас Экадаши? I think is it Friday? Матаджи? We have Ekadashi on Tuesday. On Tuesday? This Tuesday coming? Yes. Tuesday, yeah? Gita Jayanti. Oh, okay. Yeah, so that's Gita Jayanti, yes. Yeah, yeah. This is a good day to give Bhagavad Gitas. So if you're going to Sankirtan today, take some Bhagavad Gitas and tell them that this is the book Krishna spoke on this today. You could tell them today because it's not far away. Tell them Tuesday is the day. И если вы сегодня пойдете распространять книги, возьмите Бхагавад-гиту, и вы можете говорить людям, что это та книга, которую сегодня рассказал Кришна. Вы можете говорить сегодня, поскольку Гита Джаянти уже не так далеко от сегодняшнего дня, поэтому вы можете говорить, что сегодня. Okay. Mm-hmm. Next question? Yeah. Следующий вопрос, может, Матаджи. Угу. Можно я тогда четвертый задам сначала, раз про Санкиртану? Вот хотела спросить, может ли преданный вместо работы ходить на Санкиртану? Позволит ли Кришна таким образом поддерживать жизнь преданного? Question is, may a devotee go to Sankirtana instead of work? Will Krishna allow a devotee to live in this way? You mean to support his life by Sankirtan? Well, yes, he may do. I mean, it's not very easy to do that. It's difficult to do that. Да, вы можете это делать, но это не так-то легко, это сложно. You have to be a very good book distributor. Вы должны быть для этого очень хорошим распространителем книг. Not everyone is able to do that kind of thing, to go every day on book distribution. Не каждый может уделять этому время каждый день ходить на распространение книг. And sometimes, you know, some cities are more difficult than others. И в одних городах это сделать сложнее, нежели чем в других. Just like I was talking to devotees in there's one devotee in America. So he's staying in New York, and to go out on Sankirtan in New York is really difficult. People are very difficult to sell books there.
И я разговаривала недавно с одним преданным из Нью-Йорка, и он говорил, что в Нью-Йорке очень сложно продавать книги. But devotees who go to when they went to the same devotee when they go to Atlanta, they found it very good to distribute books there. Ну, когда, допустим, тот же самый преданный поехал в Атланту, он увидел, что там распространение книг идет очень хорошо. So some places are more open and more people are more easier to approach than others. И в некоторые места они, скажем так, более открытые, там люди более открыты в некоторых местах, и им к ним гораздо легче подойти. You may be fortunate, you may be in a place where there's a lot of visitors, a lot of people transiting and coming through that city, and then you get different people. But if you have the same people all the time, then it's more difficult. И ваша удача, если вы находитесь в городе, который постоянно пополняется, очень много приезжих людей, люди постоянно меняются, либо вы живете в каком-то очень оживленном месте, да, распространяете книги в очень оживленных местах, где люди постоянно меняются, но распространять книги в городе, где постоянно одни и те же люди, очень сложно. Yeah, people will say, oh, I have the book, I've seen your people, I see your people all the time, I've got the book before, I've read it. И люди будут говорить, о, опять вы, я вас уже видел, и у меня уже есть книга, я ее уже прочитал. But other places, some people are very nice, and they don't mind. They'll get more and more books, and they say, yeah, very nice. Но в других местах, допустим, люди относятся к этому очень хорошо, они покупают еще и еще книги, и относятся к распространению очень хорошо. You have to consider, you know, how, you know, to do book distribution on the long run is more difficult. You do it on a short time, it's okay, but on the long run it becomes more difficult. Long time becomes. То есть вы должны для себя решить, насколько как бы вы сможете заниматься санкиртаной продолжительное время. Быть может, на короткое время выходить на санкиртану – это для вас приемлемо, но подумайте, будет ли вас… То есть выходить на санкиртану продолжительное время – это не так-то легко. Another problem is, you know, if you're doing sankirtan for your own maintenance, then you become more greedy to get more money from people. А если вы выходите на санкиртану для своего поддержания, то тогда вы становитесь более жадными и хотите получить от людей больше денег. And that's not very good. If you're simply thinking about how much profit you can get from someone. И это уже не очень хорошо, если вы думаете, сколько выгоды вы получите от человека, прибыли от человека получите. Mm-hmm. But if you have the job to maintain yourself, then you're working, you have your own, you don't have to worry like that when you do sankirtan. Но если у вас есть работа, то которая поддерживает вас, то тогда во время санкиртаны вам уже не надо об этом беспокоиться. But if you're doing sankirtan and you have to get money for your rent and you have to get money for your food and money for so many other things, then to try to do it always on sankirtan, it's not so easy. Но если вы занимаетесь санкиртаной, при этом вы должны где-то бы от санкиртаны получать, допустим, какую-то прибыль, чтобы оплачивать квартплату, либо покупать еду и многие остальные вещи, в которых вы нуждаетесь, то это не будет легко. And that will influence your consciousness, and you become more conscious about how much money you can get from people. И это повлияет на ваше сознание, то есть вы больше сосредоточитесь на том, сколько денег вы сможете получить от людей. You're not just thinking about giving them Krishna consciousness. You're not just thinking about distributing books, but you're thinking about how much money you can get. То есть вы не будете думать, что вы о том, чтобы дать людям сознание Кришны, или не будете думать о том, чтобы распространить книги, вы будете думать о том, сколько денег я от них смогу получить. So you have to be careful about these things.
Поэтому очень осторожно вступайте в взаимодействие с такими вещами. Угу. Хорошо, я поняла. Спасибо большое. И вот последний вопрос. Про гопи сегодня говорили. И вот гопи, если с детства так привлеклись Кришной, зачем тогда они вышли замуж? Они бы могли любить Кришну, только Кришну, и не выходить замуж. You talked today about gopis. And if gopis were so attracted to Krishna from their childhood, then why did they get married? They could only love Krishna and not get married. No. You have to understand, in the Vedic culture, the marriage is arranged by the family, and all the girls that will get married. Нет, в ведической культуре брак, он устраивался семьей, устраивался старшими родителями, и поэтому все девушки, они должны были выйти замуж. The girl has no choice. The marriage is arranged by her family. И у девушек не было выбора, их брак уже был определен семьей. There was no such thing as a love marriage. То есть не было вообще в принципе такого понятия брак по любви. In the Vedic culture, the women are expected to be married. В ведической культуре считается, что женщина должна быть замужем. And many women, they marry, they never see the husband before, they never see the man until marriage. They sit down for the marriage, and the man comes and will sit beside them. That's her husband. И многие женщины в Индии, они никогда не видели своего мужа до момента самой церемонии бракосочетания. Marriage is arranged by the family. The family know the nature of the girl, and they know the nature of the man she will marry, and they can arrange the suitable man. И брак девушки устраивался ее членами ее семьи, и они знали природу девушки, также знали природу мужчины, и таким образом они устраивали брак девушки с тем человеком, который ей подходил больше всего. And the girls, they would be married while they're still very young. И когда девушки должны были выйти замуж, они все еще были очень юны, очень молоды. And they're taught to serve their husband. И их учили служить своим мужьям. Yeah, they don't love their husband, but they're taught to serve him. Но они не любили своих мужей, но они должны были им служить. Gradually they develop some affection. И постепенно они развивали к ним какую-то привязанность. Of course, our culture is very far away from this. Очень далека от этого стандарта. Difficult for us to appreciate because we've grown up in another kind of civilization, a different culture. И это нам очень сложно оценить, поскольку мы родились в другой культуре, в другой цивилизации. But you can see the problems in our culture. So many divorces, so many broken marriages, so many unwanted children. И вы можете видеть проблемы нашей культуры, которая заключается в том, насколько много сейчас разводов, разбитых браков, нежеланных детей. They never had these problems. А там таких проблем никогда не было. In Vedic culture there was never any problem, there was never divorce, there was never nothing like that. И в ведической культуре никогда не было ничего схожего. Understand? Да,
Каким образом происходят серьезные изменения в жизни преданного? Эти изменения приходят от Кришны по его воле? Или же они могут произойти от больших перемен в сознании преданного? То есть что происходит сначала? Кришна организует обстоятельства в жизни преданного? Или же у преданного меняется сначала сознание, а потом уже меняется его жизнь? Спасибо. Krishna Guru Maharaj and dear devotees, my question is that how do major changes occur in the life of a devotee? Do these changes come from Krishna by his will, or may they come from a big change in the consciousness of a devotee? That is, what happens first? Does Krishna organize the circumstances in the life of a devotee, or does the devotee's consciousness change and then his life changes? Because we're in contact with Krishna, and because Krishna is the supreme pure, so when we're in contact with Krishna, then we become purified. That purification process is the removal of the contamination from our consciousness. И поскольку Кришна — это высшая чистота, если мы находимся в контакте с Кришной, то мы также очищаемся, мы очищаем свое сознание от грязи. Just like you put a metal bar into the fire, you see the metal bar gradually become hot and hotter and hotter, and then it takes on the qualities of the fire. Если вы положите металлический пруд в огонь, то постепенно этот пруд станет нагреваться, и он станет приобретать все больше и больше качества огня. In a similar manner, when we contact Krishna, we're also purified, and the contamination, the bad habits, all the dirty things which are in the heart, they're removed through contact with Krishna. И подобным же образом, когда мы соприкасаемся с Кришной, вся грязь нашего сердца, она уходит благодаря этому соприкосновению. It's not that Krishna does it, but it just happens. Just like when the sun comes up in the sky, then the darkness is removed. И это не то, что делает Кришна, это просто происходит подобно тому, как восходит солнце, и в это же время тьма просто растворяется. In a similar manner, when the sun of Krishna rises in our heart, then the darkness of ignorance is removed. И подобным же образом, когда солнце Кришны восходит в нашем сердце, из него уходит тьма невежества. We have to just open our heart to let Krishna's let the sun of Krishna rise there. И мы должны просто позволить нашему сердцу открыться, и мы должны просто открыть свое сердце ради того, чтобы позволить солнцу Кришны взойти там. We can go out into the sun, or we can stay in the dark and close the doors and close the curtains and just remain in the dark. Мы можем выйти на солнце, выйти на свет, но в то же самое время мы можем и оставаться в темноте, с закрытыми дверями, закрыть занавески и оставаться внутри. So it's up to us how we use our independence. И все зависит от нас, от того, как мы используем свою независимость. Do you want to be exposed to Krishna? Хотите ли вы быть открытыми навстречу Кришне? Or do you just want to hide away from Krishna? Или вы хотите спрятаться от него? Understand? Haribo, are you back? Yes, I can hear you. Oh, you're back, okay. You're very, my connection's unstable here. I can see. Next question, Guru Maharaj. Okay. Haribo? Haribo? Yeah, I can hear you.
Okay. Next question is what? Раджарани Матаджи, ваш вопрос. Да, Хари Кришна. Видимо, поклоны смиренные Гуру Махараджи, преданные. Все слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за лекцию и за то время, которое вы отдаете нам каждую неделю. Это очень и очень ценно, бесценно. Можно вас спросить о вашем опыте на Санкиртане? Что вы говорите при встрече с людьми, которым собираетесь предлагать книги? Как находите с ними общий язык, сближаетесь с ними? Спасибо. Мы смиренные Махараджи. Hare Krishna, Guru Maharaj, please, dear devotees, please accept my humble obeisances of words to Srila Prabhupada. Thank you for the lecture and for the time you give us every week. It's very, very valuable and it's priceless. May I ask you about your experience on Sankirtan? Now, what do you say when meeting people to whom you are just going to offer books? How to find a common language with them, get closer to them. Thank you. My humble business is Guru Maharaj. Well, it's different in different parts of the world, you know, and it's going to be different everywhere. In America, like you go in America, you know, and you distribute books in America, when you meet someone, you immediately try to flatter them. And you meet a woman, you say, oh, hey, that's a beautiful dress you're wearing today. Or you meet a guy, you say to the guy, hey, man, those are really nice shoes you got on today. So you say things like this in America, but you couldn't say that in Russia. И это будет зависеть, распространение книг и способы этого будут зависеть от того, где вы распространяете, в какой стране. Например, если вы делаете это в Америке, то когда вы выходите на улицу, кому-то подходите, вы видите, например, перед собой женщину и хотите ей дать книгу, вы должны польстить ей, да, вы должны прежде всего польстить человеку, то есть сделать какой-то комплимент, вы говорите, о, как вы сегодня хорошо выглядите, да, или если вы видите мужчину, вы говорите, о, дружище, у тебя такие классные ботинки. And also some people, you know, very outgoing, very bold, they walk up to people and hey, how you doing? Offer a hand and shake their hand, you know. Put their hand out to shake their hand and say, hey there, how's it going? How are you? You know? Или иногда, то есть некоторые делают так, они подходят к людям, там берут их за руку, трясут их руки, говорят, о, ребята, как дела? Как поживаете? Tatiana, you should go for Sankirtan. Why? You sound so good, you know? So, sometimes what I would do sometimes when I was in Taiwan doing Sankirtan, I would say to people, I say, hey, I've been waiting here a long time. Now you come. I've been waiting here for you. Where have you been? Например, у меня в Таиланде я распространял книги так. Я подходил к человеку, говорил, о, я так долго вас жду. Где же вы были? You know, sometimes people say, oh, really? You've been waiting for me? Oh, I didn't know. I've been waiting here a long time. Some people, you know, they take it very seriously and we become very affected. И некоторые люди, они попадают от таких слов под большое впечатление, они их принимают всерьез. Да, правда, вы меня ждали? Я не знал. So, a lot has to do with the mood, you know, yeah, but Sankirtan devotee, they can create their own mood. You go out there, and if you're really feeling in a good mood, you're really happy and like that, you know, people can pick up on it. То есть тот человек, который выходит на Санкиртану, он должен создавать себе настроение. Если вы выходите на Санкиртану в замечательном настроении, то люди, они ловятся на это, они цепляются к этому. So if you're in a good mood and you're feeling really confident, and you say to people, "Hey, man, it's a great day, isn't it?" And you know, and people may look at you and say, "What's so good about it?" И, допустим, когда вы выходите на Санкиртану в хорошем настроении, вы подходите к человеку и говорите, "О, такой хороший день, не правда ли?"
И люди начинают уже присматриваться к тебе. So you have to be a bit careful who you pick and how you approach people, try to judge everyone. То есть вы должны очень внимательно, осторожно относиться к тому, как вы подходите к людям и обращаетесь к ним. То есть вы должны оценить человека, к которому вы собираетесь подойти. Sometimes you can just say, oh, it's a terrible day today, isn't it? Иногда вы должны подойти к человеку и сказать, сегодня ужасный день, не правда ли? So it's a good idea to have a good book to take home with you to sit and read. Это, я думаю, замечательная идея взять вам какую-нибудь хорошую книгу, пойти домой и сесть почитать. So we've got the right book for you to take away the misery of all this world. У нас как раз есть такая книга для вас, чтобы она забрала все печали этого мира. We've got the book which solves all the problems. У нас есть книга, которая решает все проблемы. We've got the book which tells you everything, everything you need to know about everything. Ну, у нас есть книга, которая расскажет вам все обо всем. Are you ready? Вы готовы? So, you put the book in their hand. И таким образом вы кладете книгу в руки. And then, hopefully, they'll give a donation. И в надежде на то, что они дадут вам какое-то пожертвование. You have to pray to Krishna. Вы должны молиться Кришне. Send me some sincere souls, so I can give them some Krishna consciousness. Пошли мне, пожалуйста, искренние души, чтобы я мог дать им сознание Кришны. Okay. Next question, Maharaj. Yeah. Следующий вопрос Мадхурана Прабу. Ваш, пожалуйста. Прочитаю сейчас, хорошо. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои неказистые поклоны. Вопрос такой. Человек повторяет святые имена. Бхактивинод Такур, кажется, говорит, что если не убирать сорняки, анархи, то вместе с ростком бхакти они будут расти буйным, прошу прощения, они будут расти буйным цветом и могут заглушить наше бхакти. Я видел такие примеры, и теперь человек не повторяет святое имя и вообще отошел. 2 года этот человек повторял 16 кругов, но не читал книги и не общался с преданными. Просто 16 кругов. Я видел, что выросла критика и зависть, но ничего не мог сделать. Какова может быть его дальнейшая судьба и как ему помочь? Hare Krishna Ji Maharaj and the devotees, please accept my humble obeisances. The question is, a person repeats just chant, the person chant all names. Bhaktivinoda Thakur, as I remember, said that if we do not remove the weeds, our anarthas, then together with this, plant of bhakti, they will grow in just they will grow very quickly and can drown out our bhakti. I've seen such examples, and now this person doesn't chant holy names and has generally moved away. For 2 years, this person chanted 16 rounds, but didn't read books and didn't communicate with devotees. Just 16 rounds. And I saw that his criticism and envy had grown, but I couldn't do anything. What could be his future fate and how to help him? Thank you very much. What could be his future fate?
Well, yeah. He could go deeper into hell. Какова его дальнейшая судьба? Он может дальше все глубже окунаться в ад, погружаться в ад. He could go further and further away from Krishna consciousness. Он может все дальше и дальше отходить от сознания Кришны. Or he may come to realize that he's in a very unpleasant and unfavorable situation, and he may do something about it and try to save himself. Либо он поймет, что он находится в очень сложной ситуации и попытается спасти себя сам. And he may come back to Krishna consciousness. И может вернуться обратно в сознание Кришны. Now we see sometimes devotees, of course it happens, devotees go away from Krishna consciousness, but some of them also come back after some time. И мы видим иногда, что преданные уходят из сознания Кришны, но некоторые из них спустя какое-то время возвращаются. You have to try, you make an attempt, try to bring them back. То есть вы должны прилагать какие-то усилия, чтобы попытаться вернуть их обратно. Sometimes people are in, if they're in great difficulties materially, economically, and so on, then devotees may be able to save them and help them, give them some support. И иногда, если люди находятся в очень сложной финансовой ситуации или еще у них какие-то проблемы, то преданные могут дать им соответствующую поддержку. People sometimes they just need that help. They just need to see that somebody cares about them, and it can make a difference. Просто иногда людям нужно просто увидеть, что кто-то заботится о них, и тогда они видят разницу. So we do have programs like devotee care, trying to take care of devotees and trying to keep them in Krishna consciousness and trying to bring back people who've gone away from Krishna consciousness. It's important. It's an important activity. Something which we need to always encourage. То есть вы знаете, что есть такие программы, которые направлены на то, чтобы воодушевлять тех преданных, которые ушли из движения. То есть и эти программы мы должны поддерживать и воодушевлять таких людей, которые этим занимаются. So people go away. Material energy is very strong. Cannot expect. It's not going to happen. Yeah, there will be casualties. Prabhupada said, just like when you fight a war, there will be casualties. People will die and so on. So we lose people. И когда такое случается, люди уходят, и на самом деле Шрила Прабхупада говорил, что материальная энергия очень сильна, и Шрила Прабхупада говорил, что когда вы находитесь на войне, там случается всякая смерть и несчастные случаи. But if you can bring them back, if you can bring them back, then it's a great mercy, it's a great service to Krishna. Но если вам, если вы возвращаете таких людей обратно, то это великая милость, это великое благословение Кришны. Usually the people who go away from Krishna consciousness, they will admit that the best years of their life was when they were devotees. Обычно, когда люди уходят из сознания Кришны, позже они признают, что самые лучшие годы их жизни были, когда они были в сознании Кришны. Okay. Yes. The question is, что означают? Сейчас Матаджи упробу еще дополнение к вопросу. It's adding to the question. Что означают те два года по 16 кругов ежедневно? Что это было? Это же не может пропасть просто так. Then, what does it
what do those 2 years of 16 rounds daily mean? What was that? Can it just disappear? Well, it's there. Whatever devotional service one has done, it's never lost. It's there in his spiritual bank account. Какое бы мы служение ни делали, это никогда не плоды этого никогда не теряется. Это служение всегда находится на духовном банковском счете. So he chanted 16 rounds for 2 years. So that benefit. That's to his credit. It's to his credit. It's not nothing lost. It's there. And if he comes back to devotional service, then he will go on from where he stopped. И если человек читал 2 года, повторял 2 года по 16 кругов, это на самом деле было благо для него, это было внесено в его копилку, если он возвращается, то это уже зачитывается ему. We have to understand the material energy is very powerful, can take people away. But the mercy of devotee is also very great. By the mercy of a devotee, they may come back. Материальная энергия, она очень сильна, но милостью Кришны человек может вернуться обратно. Милостью преданных можно человек может вернуться обратно. And so you contact the person and talk to him and see what his mood is and is he favorable. То есть вы можете пообщаться с этим, связаться с этим человеком, пообщаться с ним и посмотреть, насколько он благосклонен, понять его настроение. Mm. Prabhu said that there are a lot of criticism and and offenses, insults. Yes, because he's away from Krishna consciousness, or from the devotee who left, he has a lot of criticism and insults. Yeah. Oh, well, that's not going to help him to come back to Krishna consciousness. That's maybe why he left, because of his offenses to devotees. Это не поможет ему, конечно, вернуться в сознание Кришны. Возможно, именно по этой причине он и ушел из сознания Кришны, он покинул преданных. His bitterness. Это горечь. So take longer for him to come back. И там это злоба, да, она обида. Она потребует больше времени для того, чтобы вернуться обратно. Prabhu is writing that we will pray for this person and try to help if necessary. Yeah, you know, we can't stop the movement just for one person. Да, конечно, мы не можем останавливать движение только из-за одного человека. There are many other souls to be saved. Есть еще много других душ, которые можно спасти. Okay. Next question. Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Кришна. Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как можно отвечать и заинтересовывать людей на санкиртане, которые отвечают, что сейчас все есть в интернете, и книги не нужны. Вот. Еще у меня вот есть возможность по милости пожертвовать книги в библиотеку. У нас тут есть небольшая библиотека в спальном районе. А как правильно это сделать? Как представить книги? Как философия, как наука или как религия? Скажите, пожалуйста. И конечно же, преподавая к вашим утренним стопам, прошу благословения больше распространить книги про Прабхупаду.
Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. The question is, how we can answer and interest people on Sankirtan who answer that now everything is on the internet and they don't need books. And also how properly offer books to the library. We have a small library in the in our area, and could you sacrifice some books for this library, but how to present these books as philosophy or as science or as religion, how to do it correctly. And of course, I'm falling at your feet and ask for blessings to spread books of Srila Prabhupada more and more. Yes, well, one way to get the books in the library is for someone to go to the library and request Prabhupada's book. Just ask them, have you got the book by Bhaktivedanta Swami Prabhupada? I wanted to read the Bhagavad Gita. I wanted to read Srimad Bhagavatam. Have you got the book here? And the library, they will have to look and see if they have the book. And if they don't have the book, then you can ask the library, can you get the book for me? I wanted to read it. And so then somebody, you can go along and sell the book. You can introduce the book to the library. И, например, как распространять книгу в библиотеке, вы можете, например, пойти в библиотеку и спросить, вот я хочу почитать Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам, есть ли у вас такие книги? Если и они тут смотрят и говорят, что у нас таких книг нет, и вы тогда говорите, не могли бы вы эти книги как-то найти для меня, я хочу их почитать. Потом, если вы идете один, вы можете предложить книги. And what was the first part about again? The first part was how to answer to to interest people when you're just on Sankirtana who answer that now everything The internet and they don't need books. Well, okay, you can get our books on the internet. If you read everything from the internet, our books are also there online. They can also read our books there. И людям, которые, допустим, отвечают, что сейчас можно все взять в интернете и не нужны книги, вы можете говорить, что наши книги также есть в интернете, и вы все можете прочитать онлайн. And when you read the book, then you may appreciate more the value of having the hard copy. И когда вы читаете книгу, вы на самом деле чувствуете большую ценность, когда у вас бумажный вариант. Soft copy, that's there, for some time. But you want, if you really value the book, then you want the hard copy. И книга, которая существует в электронном варианте, она нужна вам какое-то время, да, но если вы действительно ощущаете ценность этой книги, тогда вам нужна ее бумажная копия. So the book, our books are this is hard. This is for people who really know the value of these books. They'll want the hard copy. Guru Maharaj, can you hear me? Yeah, I can hear you now. Okay. Yeah. I was saying that would you repeat, please? People who know the value of the book, they want the hard copy. And so that we're giving these hard books, we're giving the hard copy of the books, we're giving the books out to people who know the value of this book. You obviously don't know the value. То есть люди, которые понимают ценность книг, они всегда хотят иметь такой бумажный вариант, и поэтому мы предлагаем людям
именно вот книгу в таком виде. So you just you can read the soft copy, read it online first, and then later on you once you read it online, then you'll know you want to have the hard copy. И тогда вы можете сказать, и как только вы прочитаете эту книгу в интернете, вы сразу захотите обзавестись бумажным вариантом. Окей. Вау. Haribo? Yes, I can hear you now. Someone removed me from the chat. Yeah, me too. Really? Yeah. Кто-то удалил Махараджа из чата. Будьте, пожалуйста, внимательны, когда нажимаете кнопки. Я тоже вылетела, меня кто-то удалил. Next question, Guru Maharaj. Okay. Следующий вопрос Елена Миронова Матаджи. Hare Krishna, спасибо большое. Ваше святейшество, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Одна моя знакомая пробовала заниматься преданным служением, но не очень хорошо у нее это получалось, было неудачное общение с вайшнавами. И потом оказалось, что она привлеклась ягьями, которые проводили последователи из другой сампрадаи, которые поклоняются Хануману. Там она, не понимая ни о чем это учение, ни кто такой даже Хануман, получила инициацию. И вопрос у меня такой, может ли такая инициация быть аннулирована, но у нее есть такой запрос. И может ли она вновь вернуться к преданному служению? Есть ли, может быть, такие примеры? Спасибо. Hare Krishna, Your Holiness and dear devotees, please accept my humble obeisances. A friend of mine tried, the question is that a friend of mine tried to engage in devotional service, but it was not very stable. And there was unsuccessful communication with Vaishnavas. And then it turned out that she was attracted by the yagyas, which were conducted by followers from another sampradaya who worship Hanuman. She, without understanding the essence of the teaching, without even knowing who Hanuman was, took initiation. And her question is, may such an initiation be annulled, can she return to devotional service again, if there are such examples in history? Thank you. Yes, of course. Да, конечно. She took initiation, but it's not a, you know, they don't have parampara, they don't have the sampradaya like that. То есть, да, конечно же, нет какой-то такой парампары или сампрадая, как это, как вы говорили. So that kind of initiation is not very significant. Поэтому такого рода инициация, она не совсем, не имеет весомости какой-то, значимости. So she can be encouraged to continue devotional service. Да, ее просто можно воодушевить, продолжить преданное служение. Through chanting the holy name. Через повторение святого имени. Are there examples? Well, there's many people who were initiated, for example, and sometimes the people were initiated in bona fide sampradayas, in Ramanuja sampradaya or Madhva sampradaya, and they take initiation also in Krishna consciousness. Есть такие примеры, допустим, когда люди принимали инициацию в Рамануджа Сампрадая или в Мадхава Сампрадая, но они также принимали инициацию в сознании Кришны. So she doesn't need to cancel something? Need to cancel something?
Yeah, just it's this some kind of so-called initiation in death sampradaya, Hanuman sampradaya. Well, she just needs to stop going there, stop associating with them. И нужно ли ей что-то отменять? Махарадж говорит, нужно просто перестать туда ходить. And start to associate with the actual Vaishnava devotees. И просто начать общаться с настоящими Вайшнава, с преданными. Devotional service. Oh, good. We can say, well, Hanuman is also a devotee. Yeah, Hanuman is a devotee, of course. But the process of worship, just like Hanuman, he chants the holy name of Lord Ram. So are they chanting the name of Lord Ram? You have to ask, you know. And we don't just chant the name of Lord Ram, we chant the name of Lord Krishna. Because the Lord Krishna is actually the Supreme Personality of Godhead. Lord Rama is not. Lord Rama is the expansion, but it's Krishna who's the original Supreme Personality of Godhead. И Хануман был также великим преданным Господа, и наверняка эти люди, возможно, они повторяют имена Господа Рамачандры. Вы знаете, какие имена они повторяют? Вот, мы сейчас повторяем. Они читают Махамантру. They chant Махамантра. Well, they also chant Махамантра. Yeah. Yeah. И если они, допустим, воспевают только имена Господа Рамы, да, то мы воспеваем не только эти имена, а мы повторяем еще имена Господа Кришны. А Кришна является Верховным Господом, в то время как Рама является лишь его экспансией. So anyway, we're following Lord Chaitanya. We're not just following Hanuman, we're following Lord Chaitanya. Lord Chaitanya has come to teach the practical process of applying Bhakti Yoga in the Kali Yuga. И тем не менее, мы следуем не за Хануманом, а за Господом Чайтани, который дал нам процесс практики, который применяется в Кали-Югу. So we want to be connected to Lord Chaitanya. И мы хотим иметь связь с Господом Чайтани. And follow that line. И исследовать этой традиции. Well, there are many other lines, of course, but this one line by Lord Chaitanya is especially potent, that we can see how Lord Chaitanya has influenced people all over the world. И есть, конечно, и много других сампрадая, но мы видим, тем не менее, важность сампрадая, которая исходит от Господа Чайтани, поскольку она оказывает влияние на людей по всему миру. This is a practical process that everyone can take part. It's very easy to perform, and very quickly they can advance. То есть это очень важный процесс, поскольку в нем могут участвовать люди и прогрессировать, разные люди и прогрессировать в нем могут очень быстро. So she took premature initiation there. Without properly understanding what she was doing. То есть, she took, you just explain or what? Yeah, she took prematurely. She did not properly understand what she was doing when she was initiated. То есть она преждевременно, конечно, приняла там инициацию, потому что она не совсем понимала, что же она на самом деле делает. Is that right? Я правильно рассуждаю? Да, она абсолютно не понимает, чем они занимаются. Ей просто нравится яги. Yeah, she absolutely doesn't know what do they do. She just likes yagi. Mm-hmm. Okay. So, okay, she took initiation there, but she can go on and still practice Krishna consciousness.
and she can develop her Krishna consciousness and associate with devotees. Да, она там приняла инициацию, но тем не менее она может продолжать развивать свое сознание Кришны и больше общаться с преданными. Thank you very much. Спасибо. Okay. No more questions in the chat. Okay. So we'll finish here. Здесь мы остановимся. Okay, thank you very much, Tatiana, for all your translation. We thank all the devotees for listening and questions. And we hope you have a good week and enjoy Gita Jayanti. And see you next week. Hare Krishna. Спасибо всем преданным за ваше присутствие, за то, что вы слушали, за все ваши вопросы. Я желаю